Всем привет! Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление серебряной призерки игр Евгении Медведи в финале Кубка России. Да, увидели попытку каскада тройной сальто, тройной Ридбергер. Команда Медведева ищет что-то свое в программах, ведь никто не знает Жень лучше, чем она сама. Да, тренер Трейси Уолсон хвалит, но нужно смотреть правде в глаза. Было падение, плюс очень тяжелый двойной каскад на грань, подчеркнул спортсмен в эфире Первого канала. Он также дал оценку прокату чемпионки мира 2015 года Елизаветы Тухтамыши, которая заняла второе место в сумме 221,19 балла. Вот так надо было прыгать накануне. Как я и говорил, видно, что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад, тройной луц, тройной тулуп. Был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп, заключил Ягудин. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем желаю хорошего дня. До свидания.